Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Lucky Carp. И как вы уже поняли из картинки, сегодня речь пойдет о сигнализаторе поклевки из фикс-прайса. Цена его будет 55 рублей за 2 штуки. Это очень выгодно, тем более, чтобы его доделать полноценно, чтобы он был сигнализатор. Вам всего лишь потребуется сущая мелочь. Это вот такая вот стальная проволочка. Это с ключей колечко обычное. Какие-нибудь пассатижи. Пасогубцы, кусачки, чтобы отрезать. Пару болтиков, даже один гравирок, либо шайбочка вот такая вот. Ну и какая-нибудь цепочка, либо какая-нибудь веревочка. Не имеет значения, это уже на каждый вкус и цвет, товарищи, скажем так, разные. Итак, вот так вот он выглядит. Чтобы он заработал, его нужно открутить и достать оттуда вот эту вот штучку. Эта бумажечка идет заводская туда, чтобы батарейки не садились. Поэтому мы достаем ее и скручиваем все обратно. Как вы можете видеть, уже начал работать. Как он работает? При малейшем движении, когда велосипед едет, она начинает моргать. Только велосипед, допустим, остановился буквально там, может быть, на секунд 20-30, и она сразу тухнет. И вот представьте, вы повесили его на свой спиннинг на леску, произошла маленькая поклевочка, и он сразу начинает моргать. Итак, что нам для этого надо, чтобы сделать полноценный сигнализатор поклевки? Помимо всего этого, нам еще необходимо дрель и сверлышко. Сверлышко должно быть больше диаметром этого колечки, то есть больше самой проволоки. Я вот взял одну вот такую вот, и уже ее выровнял, да? Сейчас возьму дрель и сверлышко. У кого нет, допустим, под рукой сверла и дрели, да, можно взять просто эту же проволочку, либо чуть большим диаметром и нагреть, и сделать там отверстие аккуратненько. Так, давайте это выкручу, чтобы оно не мельтешило перед глазами. Вот так вот. Итак, наши дальнейшие действия. Вверху, вот тут вот, надо сделать отверстие. Я сейчас просверлю это аккуратненько шуриком. И продолжим дальше. Отлично. Вот такое вот отверстие получилось сквозное. Наше дальнейшее действие. Теперь нам нужно изогнуть нашу проволочку так, чтобы она получилась как зажимчик, да? Там будет пару вариантов. Я сейчас сделаю один, а потом вам скажу другой. Ну, я думаю, уже многие догадались. Итак, застоим его в дырочку так, чтобы она, видите, свободно двигается. Чтобы нигде не закусывало. И необходимо согнуть таким образом, чтобы он получился полукольцом или квадратиком каким-нибудь. Это не имеет значения. Примерно, ну, вот так вот, да. Отмеряем визуально половинку и откусываем ненужную часть. А потом уже в процессе подровняем. Ну, где-то примерно, да. Вот так. Ну, такая рахатулина получилась. Теперь нам надо ее изогнуть, скажем так, как вам нравится. Я сделал самым обычным вариантом, скобой. То бишь. Вот так. Здесь также. Примерно, чтобы было все одинаково. Вот так, да?
Вот такая штука получилась. Свободно двигается. Отлично. Ну, теперь откусываем наши неровности. Точнее, мои неровности. Отравняем кончики чуть-чуть, вот так. И вуаля, верхушечка уже готова. Может быть чуть-чуть неровненько, но это не критично. В принципе, действие, да, как у обычных сигнализаторов. Повесили его сюда. И при подсекании просто он слетает. Можно сделать, как я, а можно сделать вот так же, только наоборот, вот эти вот усики в эту сторону. И наклеить вот на эти усики по маленькой бусинке, ну, чтобы бусинки вот так были, да, допустим. И вообще без всяких заморочек. Теперь нам нужно сделать нижнюю часть. Вот эту вот, чтобы была веревочка какая-нибудь. Можно было отгружать, да, допустим, я ловлю, например, на легкие, да, допустим, и он будет более чувствительный. Если надо потяжелее, допустим, какой-нибудь ветер, да, сильный, что можно было утяжелить, и он был более весомый. А так его примерно вес, я не знаю, даже не могу сказать, может, грамм 15 где-то, 12, если сравнивать с грузиком. Итак, отгрузка и крепление, да, самой цепочки или веревочки. Берете вот такой вот болтик, подходящий под этот диаметр. Берете какую-нибудь вот такую шайбу. Одеваете. И вот сюда вот ее вкручиваете. Вот таким вот образом будет выглядеть. Болтик уже достаточно тяжел сам по себе. И можно его ничем не нагружать. Вот на этой шайбе сверлите также дырочку сбоку. Или даже можно прямо так пропустить, если это будет какая-нибудь веревочка. Если будет какая-нибудь цепочка, цепочку можно купить в любом хостоваре. Они продаются там на метраж. Также на метраж продаются заглушки, которые идут в ванную. Они на цепочке такие, вот, маленькими шариками. Тоже они продаются на метраж. Можно купить там, он будет стоить там рублей 5, может быть, там полметра. И сделать хорошую веревочку. На другой конец такую же шайбу, и она отлично подходит на стойку для сигнализатора. Если не хотите заморачиваться вот с этой всей штукой, в комплекте идет вот такая вот пластиковая заглушка с резьбой. Та же какую-нибудь веревочку, туда ее вкрутили вот так вот, и все. Или и также можно сделать через маленькую шайбочку такую потоньше, вкрутили ее, и будет у вас готовый сигнализатор поклевки. Давайте мы соберем его и примерно симитируем поклевку. В комплекте уже идут батарейки, 3 штучки. Скручиваем. Вот наша леска. Одеваем. И вот так вот он висит. Допустим, клюет вас рыба, да? И он начинает светиться. Также сюда можно на низ прицепить колокольчики обычные ваши, которые цепляют на фидера. Сделать тоже какое-нибудь подходящее колечко и прикрепить. И либо просто щипчиками вот сюда вот его клац и готово. Ну вот, в принципе, оно и все. Если данное видео вам было все-таки полезным и интересным, то, как обычно, ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажать на колокольчик. Так сказать, небольшой лайфхак для рыбалки.